Говорят, женский день отмечается 8 марта, потому что девушка – это восьмое чудо света. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Как провести праздничный весенний день в Самаре, узнаем прямо сейчас. В Международный женский день Самарский художественный музей приготовил праздничную программу. Организаторы приглашают прекрасных дам и их кавалеров заглянуть в парадные залы музея и даже оценить уникальный календарь с женскими образами из коллекции музея. 8 марта приходите на интересные экскурсии в 12, 14 и 15 часов. Образ Бога-Матери, выставка графики, а также литографии французского карикатуриста Оноре Домье. Подробности ищите на сайте художественного музея. Фестиваль красоты приглашает милых дам. В программе мастер-классы от косметических компаний с 11 до 15.00, а далее праздничная программа, шоу со стилистом, показ весенних коллекций от модельного агентства, конкурсы и призы. Настоящий праздник весны и красоты. Вход свободный. ТРК «Вива Ленд», зона «Кинокасс». Нравится джаз и фламенко? Отправляйтесь на бесплатный концерт акустического квартета «Моралес Акустик Бэнд». Музыканты будут играть в торговом комплексе «Паркхаус» 8 марта с 18 до 8 часов на третьем этаже. Фламенко, акустический джаз и латиноамериканские ритмы приглашаются все желающие. Вход свободный. В театрах Самары в этот весенний день показывают «Ladies Night» только для женщин в театре драмы. Начало 18.00. В Самарской площади в час дня можно посмотреть «Роддом», а вечером в 6 почувствовать запах легкого загара. «Вредные привычки» с участием Сергея Шакурова, Игоря Угольникова и Альбины Джанабаевой ищите в театре оперы и балета в 19.00. На сегодня все. Отличного весеннего настроения и самых приятных эмоций. С праздником!